Они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять, я хочу это подчеркнуть, именно любой ценой, опять любой ценой, значит, выдавили наше подразделение на линию госграницы и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США. Ну, посмотрим, что будет происходить на самом деле. Но вот эта команда «любой ценой», я вас уверяю, что так и есть. Я знаю, о чем я говорю. Она, конечно, если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам. Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно. Наверняка что-то будет меняться. В том числе будут меняться и наши условия в зависимости от ситуации на Земле. Зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії. І це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох «Петріотів».
открыты для диалога, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерения нынешние, связанные с конфликтом вокруг Украины, связанные с непосредственной вовлеченностью США в этот конфликт и так далее и тому подобное. Но в целом, этот диалог крайне востребован. Он нужен, потому что проблемы копятся, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности.